Ладно, иди туда. Ну, бери сейчас там сразу. вот и Джанг, Блуд, они же есть, они же не играют, что там. Ладно. Мобой тут? У меня, типа, два человека у меня есть, короче, вот, и, типа, пустых места. И сейчас заходит Петя и этот. Ладно, иди сюда. Короче. Рыба. Ешьте рыбу. Барменталь хапала. Кто кого танчит? Так. Вот сейчас с этим будут проблемы. А пока у тебя будет крош плюс слепоглаз. Элгорн, ты помощь вам нужна. Ну, вроде да, все. Все, сумоньте, угорные полетели. Пиздец. Первая пати два вара плюс рога играют по собакам. Собак держит трусователь. В Акати держит... Женя, держит у нас короля и тиглера. Если он этот... Если тигер в тебя кинет хекс, нажмешь бабл. Снимешь хекс через бабл. И заберешь его сразу, бабл снимешь. Потому что мишки... Часовность сейчас случайно мишки нет? Нет, не собрал. Плюс. Первого. Рыба, сумоните, пожалуйста. Ставьте скат, сумоните трусователя. Ой, не трусователя, а угорный. Все, и Райлоса тоже. Короче, FDK, ты Олма, Женя, Киглер плюс король. Киглер плюс король. Русователь на собаках. А пока он на кроше и слепоглазе. У нас Вакати еще есть. Вакати, я же говорю, Киглера и короля. Ну так еще Женек. Женек не встанет. Прыгай в ДД. Прыгай в ДД, Женек, будешь по-моему играть. В ДД? Хорошо. Ладно, стой, стой, стой. Давай по-другому сделаем. Забери просто короля, а Женя заберет в Акати, и все равно ты бесполезен, миленький. А ты заберешь Женя в Акати, Киглера, если что, бабл нажмешь, если он тебя. Подожди, все нормально. Короля. Держи его примерно там. За фласками можно мне кидать? Короля. И куда мне короля отвезти? Там уже, где он стоит, туда и ставишь. Хорошо. У него есть какие-нибудь особенности? Нет. Что и слакай, блядь. Может курить уйти. Ничего не пить. Все, погнали просто бить уже. Тут не обязательно пласки. Долбали вы уже. Потом кинете. Надо хоть одного убить. Потом войд раздаст. Идите разбирайте. Столько много времени пить с нами. Слепоглаза на пол вопакала. Вопакала. Анты. Геру дать. Женя, отведи немного больше, был дальше короля. Ближе к Киглеру. Правее от тебя еще. Все. Смотри, чтоб тебя хилить могли. Апокалипсиса прохиливать. Кава лиговается, простите. Числав на Синер по Полинору, Кусява по Барменталю. Маша тоже по Полинору. Женька, прохильте, Женя, смотри, чтоб тебя хилить могли. Я пока вот паст каст под конец собьешь. 2 секунды по боссу и стоп каст. Стопнули по слепоглазу. Хороша на пул. Сейвы отдаст у нас Барменталь. Молитву исцеления разбиваешь этот напокал. И по глазу.
Даешь ты сейф, и отдает Барменталь. Крикните на хп. Далеко все вары от тебя. Полинор, как сдох. Дебафните Полинора. По темпу ставь. Пока его поднимите, Женька. Сейф приготовили через 5 секунд. Отдали сейвы. Стопнули по крошу урон. Забрал у кроша пока. Играем после по глазу. Алина, закастуй гимн на ману. Если есть тотем. Пока его поднимите на фул. Смотри, пока его главное держи. Барменталь. Войт, отдай и ты гимн на ману. Полинор почти по мане снял. Нули урон пошли по глазу, не успеем его добить. Тиглера. Женя, смотри, сейчас Хекс будет в тебя закидываться. Играем по Тиглеру. Может в тебя закидываться, может не в тебя. Если в тебя закинулся, сразу же бабу забираешь его обратно. Этих хилы можете идти на слепоглазе ману повосстанавливать через синюю джагу. Иди повесь синюю джагу, Барменталь, и восстанавливайте ману. Сейчас вот Кать Сеймер по Полинору зальешь. Плавность тоже по Полинору. Через 12 секунд приготовились прохиливать. Стопнули урон. Тиглер, прохил, прохил. Кроша на пул. БР по наеме и числавность. Играем по крошам. Маша Инер. По себе отдашь наеме. Духа вызвал. Женька поднимите. Собью каст. Трусователь, отдашь ты сейф, а Пахал отдаст, и Барменталь отдаст сейф. Только трусователь, тебе нужно будет ближе к рейду подбежать, когда сейф отдавать. Живые бомбы с рейда выносите, алло. Людей убиваете. Отдали сейвы, а Пахал, Барменталь плюс трусователь. Стопнули по крошу. Алина, ну сейчас стопнули по крошу, нормально. Опять крош. Сейчас будет от тебя Void Gim. Женя, выходи. Ближе к нам подбежишь от Dark Safe. Женек тоже подбежишь ближе к нам от Dark Safe, когда я скажу. Если есть свободный тотем, поставь. Женька, поднимите. Через 15 секунд сейвы нужно будет подать. И живые бомбы выносите. Женек и Вакати ближе к рейду. Подбегите, нажмите сейвы. Войд, жми гимн на хп. А пока вы поднимите. Все, вернись обратно. Забери его обратно. Стопнули по крошу. Крош опять добили. Кущава, дай мне БР. Жень, тебе не надо было так близко подходить к нам. Чуть-чуть подойти, чтобы до нас эффект не стал массой. Нет, его снайдер, мы не пошли по глазу. Нашли по глазу.
Нет, нас просто всех откинуло из-за того, что он близко к нам подошел. Фу, я вспотел, ебать. Идите все восстанавливайте ману на печеньке. Килы. Кусяо, Инер по Наёми. Чеславность по Ону. Женька прохильте. Маша, иди тоже палками своими по печеньке бей. Ману восстанавливай. Маш, чё не бьёшь, идёшь печеньку? Ману могла бы восстанавливать. Отбежали от печеньки. Добили печеньку. И идите дальше все хилы, абсолютно все на Оуме ману восстанавливать. Вон, ромбик поставил, идите на ромбике восстанавливать. Барблиговать запрохильте. РДДшники, не играйте по собакам, чтобы треники не разряжать. Чтобы нормально бурстанули. Ома. Ладно, Вар, по-моему, уже тебе... Слава, Войт. Ты здесь, Слава? Войт. Да, он здесь написал. Слышно меня? Ты сможешь говорить что? Когда я уйду ДРЛить? Отбежали от ромбика все. Маша и Инар по себе. Все. Ома забрали по собакам, не навесите там дебаф. Еще одну собаку забрали. КС. Декурсы отдавали. Так, по сейвам будет, если что, апокалипсис, борменталь, потому что как-то много собак не факт, что убьют. Или убьете, Женя? Одну убили, да. Короче, апокалипсис борменталь отдает на тьму и массакра. На, я тебе помощника. Сколько осталось собак? Две? Одна останется, да? Две останется. Нажмешь апокалы барменталь сейф. Вдвоем нажмите. Женька прохильте, Женька прохильте. То же самое. Гера, если есть там, ну ни КД, ни в КД, то вот можете отдать. Или у вас КД. Значит, через минуту будете. Меня просто не показывает. Сейчас готовь тогда сейф трусователь. И легалайз. Вся воина откатится по наеме зальешь. Шнурки дезадекурсите. Сколько собак? Одна, да? Стопнули по Оуму. Киглера. Играем по Киглеру. Так, Кусяо, Инер по Войду. Чеславность по Ону. Если активируется Олм, просто забиваете на собак, идете бить Олма все. Пробуем добить Киглера, но я думаю, не успеем чуть-чуть прохиливать. Отлично успели. Все, идите Олма, просто все бейте, забейте на собак. Все, кто декурсил, продолжаете декурсить. Собак только забери, трусовать. Их не обязательно, просто уведи их с рейда, уведи их и все.
На жмите два стака, пойду сниму. Приготовь массейв, отдай женек массейв. И отбежали миники от босса, которые бьют меньше пустяка. Ну все, лучше все отбегите, а то вы его и без маны. Танки, все остальные танки, убегите от босса, вы хилите босса. Кроме одного танка. Кстати, Грова, да, увеличили ТТ-шником. Там на ЛП-шку по 50 едет. На 10% увеличили ТТ-шником. Да. Да, это вообще заебись. ЛП-шка на 50. О, вот тебя будет Груль плюс Магик. Отбежали миники от босса. Можете бить. Кому стереть плюс чат? Ты по попсе не отбежишься, либо по ханту септембру. Дурменталь плюс чат. Дурменталь на хапале, если что. И вы можете тоже идти на короля восстанавливать ману. Вся воинер по наеме зальешь, как откатится, тщеславность по мафону. Если есть гимн у кого-то, войт или наеме, можете тоже отдать. Слава, если что, начисление ИП в хекс будет, отбежали миники. Идите бейте. Сейчас можете все бить, босс. До завтрашнего дня постарайтесь со своими классами там разобраться, что там что надо вам. Что завтра говорит? До завтра с него, чтобы завтра не отпуждали этого время рейда, там что кому надо. И так далее. Ну, переделали много кого. Антох в особенности. Ну да. Так, сейчас разъепешим сразу это. То хантов вот. Не было, то опять их три, бля. Велики. Не сказал. Ну ладно, уже пофиг. Похуел. Слава, ты говорить можешь? Вот печенька. Раз, раз. Сразу разъебашим шмот. Так что, не бежать или бежать? Подожди, я разъебашим, да, побегу. Понял. 11к жень. Женек. А, еще тщеславности надо 2000 отнять за запал. 2200, если бы точнее. Да. Так, 13 тысяч барменталь. Раз, два. Бета-тестер 13700, 14 барменталь, раз, два, три, кидай мне. Да ты что ебанулся, чтоб я за 20 тысяч забирал, блядь, ласт.
Понимаю, что ты солишь, не понял, но у тебя почти 3000 снимается еженедельно, ты столько же зарабатываешь. Больше 20 тысяч, оно, я так понял, не копит. Ну, так это специально так сделано. Запад. Он целка хм солит. 10, раз, два, 100 альбили, 200 кей. На танках разрешить меня забирать, так и буду забирать на танках, блядь. Да? 500 кей, раз, два, три. Да, обмен. Женек, а тебе еще много их надо, печенек? Есть человек, который сможет... Войд, Слава тут? Он здесь, у него с Дискордом проблемы какие-то. Эй, Азерона, ты сможешь проверить? Да, Груля и Магика. Я-то смогу? Но... А? Смогу. Хорошо. А Войд поснимает. Так ты короче, смотри, здесь... мы непослушные. А мне похуй, типа, сами не делайте, босса не убиваем, но ваше дело. Золотые слова, пойдем спать. Так, не убьем. Это ж не от меня будет зависеть. Это короче. На тебе хилом. Короче, все, я полетел, пролетаю. Кто не успевает, я не виноват. Я тут не добежал, получится меня поднять или засумоните? Я тут под этими, под мопами прям. Присумонись лучше. Не рассчитал я инвиз. Лучше присумонить, да? А, не. Рез, рез. Пусть сяу резнет.
Некс. У нас все фросмаги? Маленький столик. Окей, один не фрост. Короче, 3 милика надо, чтобы подъебало бегали. Мне, в принципе, похуй кто. Либо сами решайте, либо я 3 рандомных ника назову. Если чё, пока закрывает руки сзади. Так, кто босс танчит? По Кате. Не в танке осталось ручки закрывать. Кто у вас умеет танчить в руля? В Акате. В Акате пишет, я ни разу не танчил. Мне кажется, так меня наебывают. Да наебывают, конечно. Апокалипсис танчу. Ни разу, блядь, меня же ошибает. Ладно, короче, подождем. Пока вы решите. Охуй. Времени много. Так что, давайте. А, Кать, тебя просто не так будет прошибать, как меня. Так, ладно, блядь. А пока танчил этого босса, если танчил, иди танчить. Пизду, я не хочу сидеть, чтобы у меня танк не понимал, когда в печку повернуть надо. В Акате тогда пойдешь руки закрывать. Кто там писал? Ну да, вот пускай легалайз, я и шнурки подъебало бегаем. Это все поставьте. Мне сейчас танчила я его, блядь. Танчу. Ладно, блядь, я в танк спекаюсь, погнали нахуй. Если не выхилите, ну ваши проблемы. Похуй вообще. Я, блядь, сейчас танчит эту рофу. Если никто не хочет, ну, хули. Вот вам, весь 41-й танк. Поехали. Так, а пока хочет руки закрывать, да? Могу пододышать. Не тогда давай ДДшь, будешь подъебало бегать. Апокал бегает, легалайз бегает и шнурки бегает. В Акате и трусователь стоят сзади и закрывают руки. Женяк в ДД спекается. Господа на хантах тоже пэтов поставьте, там одного волка не наблюдаю. Если, ну... Я не ебу, кто вас умеет танчить. Забираться не хочу. Волков ласки на пэтов скажите. Или можно тут уже ЛКшным пить, похуй. Ну, понятно, ладно. Жнёк рыбу не поел на Йоме. Давайте. Нет, ну это не серьезно. Чё не серьезно? Ну, я спрашиваю, кто в танке хочет, мне никто не пишет. Не, я бы, в смысле, поучился, но я вообще ни разу не танчил. Пускай бы учится. Типа, я-то оттанчу, меня просто может шотнуть. Типа, я уже танчил эту хуйню. Мне там как-то поворачивать надо. Да никак я не надо, просто, у тебя просто ДБМ, вот тупо по ДБМу поворачиваешь в печку, все. И потом просто становишься обратно. Когда сейф нажать, я тебе скажу, просто, ну, типа, ничего не жмешь, просто стоишь вот на похуй АФК. Когда я тебе говорю нажать айсбаун, жмешь айсбаун. Хочешь, можешь попробовать. У меня с первого раза получилось. Спекайся в танк, тогда иди танчи. Похуй. Лайпаемся. Если вы не хотите такого танка, значит будем по-другому. Ну.
Ты будешь танк спекаться? В смысле, я спекаться? Да. Ну, давай спекаться. Ну, я сразу сказал, я не умею. Скажите, как танчить. Похуй. Два с половиной раза попробуем. Если не поймешь, что делать, я реально пойду сам танчить. Тут, к сожалению, рейд не набирал, и нибу какой играется. Так что с пула сотри, вот здесь стоишь, с пула просто его введешь, подводишь сразу в печку, вот где я стою. После того, как в печку повернул, встаешь вот так. Вот тут, если прям в стену упереться, тебя вообще не будет откидывать. Ну там поищешь, ну ты просто будешь на месте стоять, если прям упрешься. Все, стоишь АФК. Потом, когда в печку, просто вот так подходишь. Все. Когда я говорю нажать избаун, жмешь избаун. У тебя в ДБМе там вот печка есть, вот она там как-то называется, там печь активная. И у тебя там вот четко по ДБМу поворачиваешь. Если проебешь этот момент, тебя, возможно, убьет. Хорошо, попробую. Иди подходи. Я просто танчу всего пару недель. Ну, похуй. Я с первого раза затанчу. Ну все, ну понял. Тщеславный джанг. У меня ДБМ пол на 5 секунд стоит. Ну, типа, быстро будет, иди уже. Печку сразу поворачиваем. Тут вообще нихуя не видно. Я легалайз и апокала подъебала. А Геру можно давать сразу или потом? Да, спала Геру, подъебала. Вам похуй? Что? Геру дайте. Так, ща. Я забыл проверить. Как я мог забыть? Убирай вот это нахуй, прям сейчас, либо в танк спекайся на апокале. Блять, я забыл, что они у меня вкачаны, сука. Падайте. Я затыкал, блядь, не вкачал. И я забыл, блядь, тоже проверить. Ну вот печь активна. И вот сейчас я должен был его поворачивать, да? Да, повернул и обратно встал. Там на боссе дебаф должен навеситься. Как только навешивается дебаф, поворачиваешь обратно. У кого есть мамонт? Мамонт, поставьте на выходе, пожалуйста, мамонт. Давай в танк спекнусь, сзади руки позакрываю. Хорошо, тогда кто там был? Трасователь или вакати, у кого там ДД спек есть? Я не знаю просто. Так, а мне что тогда делать? Чё тебе? Босс танчишь. Так он сказал, я в танк. Ну, пойдет а руки я закрывать. Сзади руки позакрываю. Ну, ладно. Да я забыл про эти ебаные черви, блядь. Случайно, что сначала не... Да не было. Сегодня спек переделал, блядь, по привычке их тыкнул. Пизду ошеломляющий сразу стураги. Да-да-да. 13 стаков на боссе. Ехали. Вставайте быстрее. Так поднимите. Так там масрез давали, не? КД было. Мне вообще надо анонсить то, что подъебало надо бегать. Просто, ну, у нас три человека бегают, я надеюсь, мы все понимаем, что надо делать, а то я заебусь. Да, нет, тут мы всегда каждый, бегаем. Каждые 10 секунд подъебало говорить. И вот такое. Бегаю, я, легалайз, шнурки. Я, легалайз, шнурки. Ну, все запомнил. Все знают, что делать. Запомнил. Че рекомендую от адского не сдохнуть? Макать, где ты закрывал руки? Че кто там? Это вставьте.
Женя, понял, как танчить? Нет, нихуя не понял. Ничего, не понял, похуй. Я не дожил до печки, давай разберусь. Там по 30 там стаков, блядь, и справа. Вот воешь. А просто неудобно, пиздец, камера вообще, я не вижу. Ладно. Да нахуй тебе камера, там с закрытыми глазами можно. Тебе просто нужен ДБМ и кнопочку влево-вправо. Ты танчишь постоянно, когда ты танчишь всего пару минут. И только заломан, поэтому... Постоянно. И два раза его танчу за всю время. Ладно, все, мне пристабав нужен. Да, пристабав, знаете. Кулак по варам. Да, и по шаманам тоже. Разъемах. Не, все, в общем-то. Еру с пула давайте, там сразу в печку будут. Сейчас все, блядь, армии сына, Еру открыть тоже. Бля, Андрюх, а сейчас даже тебе, блядь, истерию буду давать после твоей. Не подведи меня. Понимала. Сам. Сейчас надо в печку повернуть. Поворачивай печку, в печку, в печку, в печку. Все, обратно, и обратно, под лицо. Что? Блять. Короче, под ДБМу надо в печку. Поверни его. Блять, ладно, короче, в пизду. Похуй. Спекни ДД. Его просто нормально кончу. Нахуй это надо? Я, блядь, я хочу ДПС нормально дать. Посмотрим, что как ФДК дамажит. Вместо этого сижу за боссом. Москве с ней быстро ток. Кому там мистерию кидать? Николайзу? Понял. Ну, хочешь мне кидать, блядь? Ну, членнику можешь кинуть. Он у нас фраст. Ну, фраста 60% дамажа ему магия. Нахуй мастерил. Да, 60%, да.